Одной из задач Российского военно-исторического общества является поиск и сохранение памяти о наших героических земляках. Сегодня мы чтим память сержанта Владимира Елизарова, который на момент гибели исполнилось всего лишь 20 лет. Наш земляк вместе с боевыми товарищами принял жестокий бой с маджахедами на границе. Во время нападения боевиков на заставу он вступил в неравный бой и погиб, а враг позорно бежал. За этот подвиг Владимир был награжден высшим званием Героя России. Человек, который достоин уважения. Ну, представьте, променять службу в Германии добровольно на таджикскую границу. Это первый наш земляк с Тверской области, который был удостоен высокого звания. К сожалению, посмертно. Подвиг сержанта Елизарова нужно помнить всегда. Вот особенно сейчас, выполняя задачи, чтобы не было никакого сомнения, ни малейшего сомнения в правильности наших действий. Мы должны об этом помнить, мы должны об этом знать, мы должны этим гордиться. Вот это воспитание патриотическое, я считаю, одним из важных моментов в жизни как города, так и завода. У нас на сегодняшний день на заводе организовано боевое, как бы сказать, братство, куда входят все ветераны боевых действий. У нас уже таких более 200 человек. Они являются ядром и примером для рабочих всего завода. Поэтому стараемся поддержать и воспитывать молодежь.